Приветствую всех рыбаков. Я с вами хотел бы поделиться небольшой хитростью при ловле толстолоба. В чем она заключается? Сейчас я расскажу, и вы сами все поймете. Перед тем, как одевать бочонок, берем вот такие кукурузные палочки с сухим молоком. Берем палочку, одеваем вот так на спицу. Далее одеваем сам бочонок и закручиваем спицу. Вот так. Если бы не было кукурузной палочки, то мы бы крючки втыкали в бочонок, тем самым делали бы тупые крючки, и крючки бы быстро отпадали от самого бочонка. А с кукурузной палочкой мы берем крючки, вот так вот втыкаем нашу палочку и можем забрасывать. При забросе в воде наша палочка раскисает очень быстро, и крючки находятся вот в таком состоянии, возле бочонка. Они не перепутаются, и все отлично. Думаю, всем понятно. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Думаю, я вам помог. Удачной вам рыбалки!